Сегодня 25 июля, вечер, уже 7 час вечера. Мы пока переселялись в другой номер с кондиционером, так только под вечер смогли выйти на море. И как раз пришли, сегодня вот неплохой шторм на море, первый за все дни. Есть что посмотреть, мы это любим очень. Очень красивое море. Шумит, красотища какая. Там на водном мотоцикле едет кто-то. Красиво рассекает волны. Он скоро в белой шапочке плывет.